Всем привет, с вами Свобода Евро, и сегодня я хочу рассказать вам о нескольких марафонах. Да-да, вы не ослышались, именно о нескольких марафонах на премиум данке, которые проходят этим летом. Первый марафон, вы скорее всего о нем уже знаете, это марафон на немецкий Тигр 131 6 уровня от компании Wargaming в игре World of Tanks. Да-да, об этом вы уже все слышали и, скорее всего, уже выполняете задачи в этом марафоне. Собственно, что тут нужно сделать? Надо выполнить 13 боевых задач за 18 дней этого марафона. Задачи у нас очень простенькие. Вот, вы можете с ними ознакомиться. Это слитая информация. Может, эти задачи немножко будут изменены. То есть, ну тут нанести урон 5 вражеским танкам, нанести 3000 урона за любое количество боев, типа уничтожить там 5 танков, попасть в топ-5. Там все дела, которые делаются за, я не знаю, за пару боев абсолютно. Это все easy, это все легко. За выполнение каждой такой боевой задачи вы получите какую-то маленькую плюшечку. Ну вот сегодня, 10 числа, вы можете получить 5 больших аптечек за акцию. Ну и акция дня еще проходит, типа 100% к свободному опыту за каждый бой вам будет выдаваться. Вот, ну и получаете вы марочку. Вот эти марочки как раз таки и будут подсчитывать то количество боев, которая не то количество боев, то количество выполненных боевых задач, которые вам нужно для получения немецкого тигра, вот этого вот, 131-го. К слову, тигр 131-й на самом деле существует, да, и он как бы есть в музее. Он отреставрирован, у него оригинальный движок стоит. И, в общем и целом, он точно такой же, как и у нас замоделен в игре. То бишь, прям вообще, я не знаю, это настоящий рай для коллекционеров всяких там моделек в игре. Ну и, конечно же, каждый день проходит какая-то акция, в которой выдают какую-то скидочку определенную на прем-танки. Ну, пока что были прем-танки только 8 уровня. Посмотрим, что будет дальше. Может, какую-то вкусноту еще нам выкинут, а то обычный CDC это как бы не очень-то и интересно. Но скидочка хорошая, согласитесь, 30% это круто. Но не в этом вся соль, ребятки. Вся соль все-таки не в этом. В этом марафоне все понятно, все просто. Ты идешь, как всегда, играешь, что-то там выполняешь и получаешь за это прем-танк 8-го, ой, 8-го говорю, уже 6-го уровня. Вот. И к этому мы все привыкли. Привыкли, да. Вот просто каждое лето или каждый Новый год Wargaming выкатывает вот такой вот похожий марафон, плюс-минус одинаковый. Но, ребятки, наверное, вы не слышали о марафоне-то в одной другой игре. В игре Armored Warfare, проект Армата. Да-да-да, я знаю, сейчас начнутся всякие комментарии, типа продался и все дела. Нет, ребятки, я не продался, мне никто ничего не платил, просто хочу вам дать такую информацию. Тут, если кто не знает, вот с сегодняшнего дня, с 10 числа, проходит похожий марафон, ну как похожий, ну в принципе-то он вообще не похож на тот, который есть у картошки. В этом марафоне вам надо всего лишь зайти в игру. Да-да-да, вы не ослышались, вам всего лишь нужно зайти в игру и получить приз. Тут также разыгрывается, получается, прем-танк. В данном случае это BVP-1M Puma. Вот здесь вот вы можете с ней ознакомиться. Это прем-танк 4 уровня. Ну как прем-танк, это ОБТ, я так понял. А, стоп, подождите. Ну, в общем, не суть, что это такое. Это БМП, что ли? Да, это БМП-ха такая. БМП-ха это. Вот, но она 4 уровня.
И еще в этом марафоне вы можете получить Меркаву МК-2D. Это легкий танк 7-го уровня. Меркава, она вроде как в израильской армии состоит. Ну, прям танк 8-го уровня, ребятки, 8-го. И все это вы можете получить лишь за то, что будете в течение 60 дней из 63 дней акции заходить в игру. То есть, что вам нужно? Вам нужно скачать клиент игры, скачать обновление, там, понятное дело, зарегистрироваться в Armored Warfare, если вы еще не зарегистрированы, и просто войти в игру. Вы заходите в игру в первый день, получаете 60 тысяч кредитов. Заходите в игру во второй день, получаете серебряный контейнер, в котором тоже может быть какая-то интересная вкусность. Заходите в третий день, вам дают большой набор ZIP. В общем и целом, вот так вот вы заходите, получаете золотые ускорители, премдни, деньги, контейнеры. Да, лучше не продолжать эту тему, а то тут мысли такие надвигаются. Ну, в общем, вы получаете всякие вкусности, и через 30 дней, минимум через 30 дней, вы получаете первый свой премтанк БВП-1М Пума. Согласитесь, не прекрасно ли получать подарки в игре лишь за то, что ты зашел в нее. Даже можете не играть в нее. Вот такие вот дела. Еще что хотелось бы сказать. Акция длится 63 дня. 63 дня. Видите, вот здесь счетчик такой небольшой. Вот. Акция длится 63 дня. Чтобы получить премтанк, вот этот самый последний Меркаву МК-2D, надо зайти в игру 60 дней. То есть вы из 63 дней акции можете не заходить в игру по каким-то либо там причинам 3 дня. Да, вот так вот. Вы можете там, я не знаю, 1-2 дня пропустить в начале и один день там в конце пропустить. Как-то так. Кстати, хочется отметить, что в некоторые дни вы еще и золото будете получать. Вот здесь вот на предпоследней неделе, я так понял, вы получите 1000 золота. А 1000 золота для новичка это не очень-то и такая маленькая сумма на самом деле. Вы тоже можете что-нибудь купить на нее дополнительно. Ну и что получается в итоге? В итоге получается, что все компании по танковым играм летом понимают, что очень мало игроков играет в их игры, и им надо как-то повышать онлайн. Вот, собственно, и отсюда берутся вот эти вот марафоны на премтанке. То есть люди видят, что можно получить халяву, уже забивают на все другое и начинают играть в эти игры. Но в одном случае играть в эти игры, а в другом случае хотя бы просто заходить. А что мне хочется еще сказать? Если вы хотите дополнительную плюшечку, то чисто от меня такой вам царский подгончик, я бы сказал, будет. И сейчас я вам его, наверное, прямо сразу не скажу. Чтобы получить этот царский подгончик, ну как царский, в общем и целом вы получите один платиновый контейнер в этой игре. Вот здесь вот такая есть фигнюшечка, типа надо угадать коктейль, который попивает наш командир, сидя лежа в лагере. В общем и целом, тут есть такая табличечка, и надо ввести название этого коктейля. Название этого коктейля я напишу у себя в группе, в описании под этим видео. Вот, кто не подписан на мою группу ВКонтакте, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете очень много всего интересного. Недавно у меня появился такой вот небольшой опросец. Пожалуйста, поучаствуйте в нем и решите судьбу моего канала. Вот, собственно, и все. Тем, кто рад видеть вот такие вот интересные подгоны, интересные видосики, просьба поставить лайк под этим видосом, подписаться на мой канал, жмякнуть обязательно колокольчик, вот где-то здесь он будет, рядом с надписью «Подписка». Ну, и ждем новых видосов, ребятки. До встречи!